там-то все равно не выпадет. Ну, давайте сюда подойдем. Вот так-то надо тут... Вот сюда зайдем. Будет что-нибудь? Сами замочки? Да, наш труд не открывалось. Раз-два открылось. Бу-у-у, и опять тут все... Так, ну вы смотрите, чтобы вам было. Тут захват видно? Да, видно. Головой тут. Все. Главное, чтобы вас обеспечить. Ну, меня все, спасибо уже, хватит. Пленку дразнит. Какая компания сейчас. Это все тоже какие-то. Это голубой воздух, красная аварийная. Все так она по цвету, каждый цвет имеет. Здесь все обозначение, да? Телеграфы тут. Вот здесь вы говорите штурман, да, вот сказали? Вот рубка штурман, вот штурман, вон там рубка. А, рубка, штурманская рубка, да. Он отдельно, вот эта рубка управляет, ведет. Здесь рубка, вот, радиометрия, то есть альбатрос, локация. Дальше рубка связи, рубка связи. Дальше рубка гидроакустика, там гидроакустика. То есть там все, то есть везде рубки. Здесь главнокомандный пункт. Командир БЧ-5, командир, старший помощник, помощник. Ну, службу фактически здесь вахту несут стоя. Стоя. Вахтмейстер стоя несет. Рулевые два, здесь сидушки, ну, очень маленькие, очень тесно. Вот здесь, значит, рулевые и здесь, сидя. И в каждом отсеке вахтенные ходят. Доклады собирают через каждые 30 минут, пока что. Спасибо. Да. Связь устанавливают. Все это делается. Историческое место. Энтузиазм. Специальный энтузиазм. Он их сколько запомнил, красный, синий. До автоматизма. Нарисовали, конечно. Почему книжка больная, все наизусть, так же тренировки на бою поставить. Радуйся, он же дует, так этот колбаный. Воздух пошел. Знаете, я служил 5 лет на первом, на втором поколении, а потом пришел, назначился на первое поколение. Когда пришел, первый год было очень так непривычно. А потом, вот, я 8 лет прожил на втором поколении, на первом, стало нормально. Но ее видишь всю, вот что ценное. То есть и управляешь здесь все. Там автоматика, где-то дал и думаешь, а что там, а где она оборвалась. Да. Дает полностью, так. А тут уже, если нет, так цепляешься в вот такой розмах и крутишь клапана вентиляции. Тут все живое, и он участвует в процессе там всплытия, погружения. То есть ответственность, конечно, такая большая становится. А там он все присутствует. Где-то что-то бомб, сигнал, раз сделала, она пошла, раз. И изучить тоже очень сложновато. Да, да, спасибо. Значит, вот так, и головка тут. Да. У вас хорошо, но у меня одно место цепляет. О! Раз и всплывает. То есть балластные цистерны вокруг. Между ними. Да, ну, вот да. Она и дает. А прочный он герметичный, закрытый все. А здесь вот для того, чтобы как-то плавать уравновешенно, есть уравнительная цистерна. То есть вот я смотрю, если где-то загрузил побольше продуктов, еще что-то, я должен вот уравнительно взять и откачать. А, чтобы вот как раз... Да, и вот погружаешься, можно ходом, а потом, чтобы ты ее удифферентовал на этой глубине, ход сбавляешь и опять откачаешь, и даже если все остановилось, она стоит. Может медленно или погружаться, или медленно всплывать. То есть ее можно за это время тоже принять решение, потому что лодка должна быть дифферентована на этой глубине, все это. Я делаю чуть легенькую, так вот она чуть маленький дифферент делает за счет хода. Она найдет эконом-ход, два узла, тут тоже работают тут, если надо, когда ищет поиск. А так, ну подлет, то, что ходили, конечно, это вот. Я еще чуть поснимаю. Товарищ командующий, ракетный подводный крейсер К-447 к осмотру готов. Командир корабля, капитан Криоранг Агапит. Вольно! Обдувает тебя, ридикулиты, хребты, заливает и здесь. Волна сюда, но она скорость идет большая, то она так, что накрывает полностью. Под отсюда она стекает, прям до люк закрывается, и я... Ну и вытекает, что я сейчас. Ну понятно. Вот теперь есть
Возможно, сравнить с... Ну, уже достаточно того, как вошел. Уже достаточно того, как вошел. Есть. Командир ведет при подспутом положение, когда весь корпус корабля остается под водой, через вот этот подъем мачты устройства, зона водной обстановки, ведя разведку. Если это необходимо сделать, скажем, выполнить маневр всплытия в надводное положение, то командир сначала всплывает под перископ, осматривается, убеждается в правильности принятого решения, что ничего ему нет никакой помехи, исходя из требований безопасности, и уже принимает окончательно, дает команду боссмана после этого. Там, горизонт осмотрим, чисто, радуть среднюю. То есть у нас балласт состоит, главный балласт, за счет чего мы погружаемся, приобретая отрицательную плавучесть, то есть нагружаем. Тривается балласт, да. Командир переходит, вот за эти рукоятки, да. Под гидравлическим сектор напряжения. Чуть-чуть оттолкнуть. В любую сторону. Вот так. Прижаться. Можно так быстрее. Да. Видите, да, что-нибудь? Да. Можно поселок посмотреть. Штаб команды еще отсюда видно. Вот влево крутите, да. Влево. Нормально видно. Хорошо. Сейчас вот по причалам. Вот, тут визирь есть, да? Вот. А теперь машину на причале готовим. Вот сейчас прямо по диаметрали полностью. Вот еще угол может быть. Машину вижу. Ага. Может быть чуть выше приподнять? Ну, нет, она нормально. Да, да, да. Ого, вот.